Итоги работы полиции в прошлом году подвел перед депутатами областной думы генерал Александр Никитин. Общий уровень преступности снизился на 9%. На 4% сократилось количество нераскрытых преступлений. Зафиксировано существенное снижение преступлений особой тяжести, нанесение телесных повреждений, изнасилований, убийств на 23%. Меньше стало краж, грабежей, разбоев и мошенничества. Опасения генерала Никитина вызывает ситуация на дорогах. Уровень ДТП за два месяца 2014 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Требуются здесь меры поддержки УМВД по работе в этой части. В каком плане? В плане разъяснительной работы, в плане улучшения дорожного покрытия, в плане оборудования пешеходных переходов и так далее. Чем мы планируем заниматься? То есть я ни в коем случае не стал бы переваливать ответственность за происходящее на наших дорогах исключительно на УГИБДД. На учет поставлено 157 уголовных дел, совершенных в крупном и особо крупных размере. Более чем на 20% увеличилось количество выявленных преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. На треть возросло число выявленных преступлений, связанных с фактами криминального банкротства предприятий. На 12,2% с реализацией приоритетных национальных проектов.